May God the Father and our Lord Jesus Christ give us grace and peace. Даст нам Бог Отец, Иисус Христос, мир и покой. Jesus gave his life for our sins. Иисус дал свою жизнь за наших грехов. Just as God has planned. Точно так, как Бог предусмотрел. In order to rescue us from this evil world in which we live in. Для того, чтобы спасти нас из этого развращенного мира, в котором мы живем. All glory to God forever and ever. Amen. И вся слава да будет Господу во веки веков. Аминь. I'm going to read from the topic for my sermon today. И тема моей проповеди сегодня. Which table are we eating from? С какого стола кушаешь ты? And my main scripture will be in 1 Corinthians chapter 10, verse 21. И главное место из Писания, которое буду читать, будет 1 Коринфянам 10 глава, 22 стих. Verse 21. 21 стих. And but before I read it, I want to kind of go into the story of what is Paul talking about. He is preaching to the writing a letter to the church in Corinth. И до того, как я буду об этом говорить, я хочу рассказать историю, что происходило. Павел пишет письмо о церкви, находящейся в Коринфе. And the church, there are a lot of new believers who are newcomers to Christ, and they're in the church. И в этой церкви было много людей, которые пришли ко Христу, и они были новые верующие. But they still go to worship idols in the other temples. Но они в это время ходили в другие храмы служить другим идолам. So even though they came to church on Sunday, и даже тогда, когда они приходили в воскресенье в церковь, on the other days of the week they would go to the other temples and serve other idols. В другие дни недели они ходили в другие церкви и служили другим богам. And this is what Paul writes to them. И это и есть то, что Павел пишет им. You cannot drink from the cup of the Lord and from the cup of demons too. You cannot eat from the Lord's table and from the table of demons too. Не можете пить чашу Господню и чашу бесовскую. Не можете быть участниками в трапезе Господней и в трапезе бесовской. Now there's a little too much to understand right away. What is he talking about? Здесь очень много надо есть то очень много того, что надо понять, о чем он говорит. There's metaphors like the cup and the table. Его он здесь приводит как бы пример, как кружка и стол. And so in the Hebrew, the word cup. И в еврейском слово кружка, чаша. The one that is used here in this context. То, которое сделано, написано здесь в этом контексте. It's translated as an experience. Оно переводится как переживание. Или or the divine appointment. Или как божественное назначение. Now, for us to see how this work is done. И чтобы увидеть, как эта работа сделана. How this cup can be drank. Как эту чашу можно из нее испить. Is when Jesus says, "My Father, if this cup cannot be taken away unless I drink it, your will be done." В свое время Иисус говорит, если этот чашу, чтобы выпить эту чашу, да будет сделана твоя воля. And so what the experience that Jesus had to go through, и то переживание, которое должен был пройти Иисус Христос, was death. Это была смерть. The divine appointment that he had, и то божественное назначение, которое он имел, was to die for our sins. Было для того, чтобы умереть за наши грехи. So the cup is something that we must do. И кружка это есть то, что мы должны сделать. And the table. И стол. The table is a source of information. Стол это и есть это место информации. Where we get our information from. То место, где мы находим или берем свою информацию. And it is not a physical table or anything like that. Это не есть какой-то физический стол или что подобное. But it's in a spiritual sense. Это в духовном смысле. And what kind of information can we receive? How do we receive it? И какую информацию мы можем получать или как мы вообще получаем информацию? We receive it through our eyes, through our ears. Мы получаем ее через наши глаза, через наши уши. So, for example, the music that we listen to. Например, та музыка, которую мы слушаем. Now, this music can be inspired by God. Эта музыка, она может быть вдохновлена Богом. Teaching us the truth that is written in the Scripture. Учить нас ту истину, которая написана в Писании. Or if it's a secular song. Или если это светская песня. And it's teaching you the ways of this world. И она учит нас это путям этого мира. I mean, if you listen to the secular songs that are on the radio. Если будете слушать светские песни, которые находятся на радио. They're all about adulterous relationships, greed, money, fame. Они все про отношения прелюбодейские, про деньги, про славу. Then it goes into, you know, anger, deceit. Оно идет в обман, в возмущение, в злость. And if you just listen to what the words are saying, they are contrary to what the Scripture says. Если вы послушаете эти слова, они противоречат то, что говорит Писание. It is not the information that comes from the Bible. Это не есть та информация, которая приходит из Библии. Or, for example, movies.
Или, например, фильмы. I used to, for a long time, I believed that, and there's nothing wrong with the movies, there's just, you know, entertainment. И долгое время я верил то, что ничего с фильмами нету плохого, это просто как бы забава такая. But then God revealed to me there's the information that is in those movies. Но Бог потом мне открыл, что в этих фильмах есть какая-то информация. It's not telling you to do anything bad. Оно тебе не говорит делать что-то плохое. But the information is there is the same thing as we talked about those, you know, anger and hatred, murder. Но это там информация, та, о которой мы говорили, какая-то злость, убийство. Gossiping. А сплетни. Just all the things that is the information that is from that table of demons. Это вся та информация, которую со того стола стола демонов. There's maybe one good movie that comes out a year that is actually based on the Bible. Может быть один фильм в году выходит тот, который основан на Библии. That is worth watching. The rest of them are just который стоит посмотреть. Все остальные это просто ссор, мусор. I mean, to sum up all of the themes or the topics of those movies that are from this world, if we could read Galatians chapter 5, verse 19. И чтобы просто взять и суммировать все эти фильмы, которые из этого мира, можем прочитать Галатам 5 главу. Verse 19, it says, 19 стих. When you follow the desires of your sinful nature, the results are very clear. Sexual immorality, impurity, lustful pleasures, idolatry, sorcery, hostility, quarreling, jealousy, outbursts of anger, selfish ambitions, dissensions, division, envy, drunkenness, wild parties, and other sins like these. Let me tell you again, as I have before, that anyone living in a sort of life will not inherit the kingdom of God. Дела плоти известны, они суть. Прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царствие Божие не наследуют. When we sit on that couch or in that movie theater, когда мы сидим на своем диване или в театре, we're sitting at that table, мы сидим на том столе, and we get to decide whose table we sit at. И у нас есть выбор, около кого стола мы хотим сидеть. We can't sit at both. Мы не можем сесть за обоими столами. You love one and you hate the other. Ты любишь один стол и ненавидишь другой. You can't be divided. Ты не можешь быть разделенным. Go to the movies one day. И пойти в театр один день. And then come home, sit down, start reading the Bible and understand something, receive something. И прийти домой и начать читать Библию и что-то получить. You're eating from one table. Ты ешь с одного стола. And we as humans, God put into us. И мы как люди, Бог положил в нас. We have a soul that craves. У нас есть дух, который он что-то жаждет. And it's always from the very beginning, God when created Adam. И вначале Бог сотворил Адама. He put that craving in the soul for God. Он положил вот эту жажду по Боге в его духе. And when sin entered into the world, и когда грех пришел в мир, Satan put his own craving. Сатана положил свою жажду, свое craving желание, for sin. Желание для греха. And so we cannot say that, oh, I'm not going to receive anything from that. I'm going to watch it just to see it, but I'm not going to receive it. Мы не можем сказать, что я не буду получать. Я посмотрю, но я ничего от этого не получу. But the reason you're watching it is because you like it. Но причина, почему вы смотрите, это потому, что вам нравится. And if you like it, you already received it. И если вам оно нравится, вы уже это приняли. And so when we are born again in Christ, и поэтому когда мы возрождены опять в Христе, He has given us new desires. Он даёт нам новые желания. Desires, the spiritual desires. Духовные желания. And this doesn't go just for the youth and for movies and songs and all that stuff. И это не только для молодёжи или для песен. This goes for all of us, the whole church. Это для всей церкви, для всех нас. What about the news that we listen to? А что насчёт тех новостей, которые мы слушаем? And then we're afraid of everything. И потом мы всего боимся. For example, when we have two strange men come into the church with a backpack. Например, когда мы заходит два странных человека в церковь, And everyone's frightened that they have something in there. И все боятся, что у них там что-то есть. Is that what the Scripture tells us to do? Говорит ли нам Библия это делать? That's what the world taught us. Это что то, что нас учит мир. We saw some news report about something going off. That something was bad that happened with a strange man there. Мы услышали какие-то новости, что были какие-то люди, что-то там случилось странное. The Bible teaches us. Но Библия нас учит. We'll read from Mark. 16 verse 8. Мы прочитаем Марка 16 главу 8 стих. They will be able to handle snakes with safety. They will drink anything poisonous. It will not hurt them.
they will be able to place their hands on the sick and they will be healed. I mean, nothing can hurt us. We're Jesus Christ is inside of us. We must not have any fear inside of us. Иисус Христос внутри нас, и поэтому у нас не будет никаких страхов внутри. And in Psalms, I won't open it, but I'll read it quickly. Do not be afraid of the terrors of the night, nor the arrows that fly in the day. Do not dread the disease that strikes in darkness, or the disaster that strikes in midday. Though thousands fall on your side, though tens of thousands dying around you, these evils will not touch you. И Псалом говорит о том, что что бы ни проходило вокруг нас, оно не прикоснется к нам. But yet we're afraid. Но мы все равно боимся. That fear is not from God. И этот страх, он не есть от Бога. We must not be afraid of things like that of this world. Давайте не будем бояться тех вещей, которые от этого мира. But the reason we are afraid. Но причина, по которой мы боимся. Because we have been feeding ourselves with information from the wrong table. Потому что мы кормим себя информацией не из того стола. And then we become what we eat. И мы становимся тем, чем мы питаемся. We feed ourselves these things that are influences that are not from the Scripture. Мы питаем себя теми вещами, которые влияют на нас, и они не являются богодухновенными из Писания. And then young girls, they have issues with their appearance. И молодые девушки, они смотрят на себя, у них проблемы с тем, как они себя видят. They don't have any value for themselves. Они не имеют никакой ценности для себя. You were created in the image of God. Вы были созданы по подобию Бога. But yet you look at this world. Но вы смотрите на этот мир. And they set a standard for you. И они ставят для вас стандарт. And you try to follow that. Вы стараетесь следовать этому стандарту. Jesus has a different standard for you. У Иисуса есть другой стандарт для вас. That's the standard we must follow. И это стандарт тот, которому мы должны следовать. But thank goodness we have Jesus Christ who saves us from all this. Но слава Богу, что у нас есть Иисус Христос, который спасает нас от всего этого. If you have a difficult time, you know this is wrong. You shouldn't be watching this or listening to this. Если вам трудно и вы понимаете, что вы не должны слушать это или смотреть то. But you just can't stop. You're craving it. Вы не можете остановиться. У вас просто жажда к этому. You desire to turn on the TV every time you come home. Есть желание включить телевизор каждый раз, когда приходите домой. Everyone knows at 9 o'clock you don't bother that person. He's watching his show. И знаете, что в 9 часов этого человека не беспокойтесь. Он смотрит свой этот телеканал. And you know it's controlling your life. You can have no longer control it. И вы не больше не контролируете свою жизнь, потому что есть другой контроль. There's a way out. Есть выход. And further on in Galatians chapter 5, verse 24 and 25. Галатам дальше, 24-25 стихе. Chapter 5, verse 24-25. 5 глава, 24-25 стих. Those who belong to Christ Jesus have nailed the passions and desires of their sinful nature to his cross and crucified them there. Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. And since we are living by the Spirit, let us follow the Spirit's leading in every part of our lives. Если мы живем духом, то по духу и поступать должны. You know, we sometimes when we have this understanding that oh, I'm a sinner. I know I did this again. Знаете, мы имеем такое представление, что я грешник и я опять это сделал. And we come and repent every time. Мы приходим и каемся каждый раз. But you have to realize, Jesus, you have nailed your passions and desires to the cross when you repented. Мы должны понять, что с Иисусом Христом мы распяли эти похотя и желания с Иисусом Христом. The temptations that keep coming at you. И искушения, которые идут на нас. It is not you anymore. Это не мы больше. That is the devil whispering to you, telling you. Это дьявол, который шепчет нам и говорит. You know what you do in that situation? Вы знаете, что вы делаете в этой ситуации? You praise God that He has made you new, that you are not that person anymore. Вы славите Бога, что Он сделал вас, изменил, сделал вас новыми. You are no longer that person who craves those things. Вы больше не являетесь тем человеком, который жаждет. You crave Jesus. Вы желаете Иисуса Христа. You crave His word. Вы желаете читать Его Слово. Believe me, you'll start noticing changes. И поверьте мне, вы начнете видеть изменения. Amen. Аминь. Amen. Can we get our knees and pray? Можем мы встать на наши колени и помолиться?